Да, ну ты же сказала, издалека ты не накрашена. За шторкой, оп! За кто не видит, никто не видит, что ты без макияжа, ты можешь не переживать. Конечно, всему миру рассказал уже. А у них день рождения в один день. Нет, мне нужно поговорить с клиентом, а вы хохочете. Ира, выкрашивай. Так меня снимаешь или зайца? Тебя с зайцами. Короче, Ольга и Алексей едут с нами в понедельник на пляж Калибри на VIP-свадьбу. 2 часа спустя, да, Алла все стоит, я тебя разбираю. Да, и мне такое ощущение, что даже простынь. Прошло 2 часа. Крым на Черном море. Вот он, сердечко. Это 12-2015. Ребята поехали кататься на лыжах в Крым на Петри. И все. И они реально встретились уже, видишь, 10 декабря в Севастополе. Ну я же вижу, да, что прошло 7 лет. Там, ты не 7, 6 лет. Заметь, у них все вокруг 10-го крутится. Смотри, 3 десятки. Три десятки. Угу. Я вижу, тебе нравится снимать. Слушай. Нравится, да. Да? Мне больше нравится снимать, чем сниматься. А я уже еду к ребятам. Забрала цветы. Нужно еще забрать торт. Оля в салоне красоты, наводит красоту. Леша у нас в отеле, в Hard Rock, он ждет. Алекс нас ждет. Сейчас мы поздороваемся с нашим. Hola, Алекс! Todo bien? Sí, todo bien. Está haciendo video. Привет! Как дела? Супер! Я вижу, ты в отличном настроении. Отойду от солнца. Настроение офигенное. Привет. Илья, знакомство. Привет. Привет всем. Перископишь что ли? Нет, видео делаю. Вау. Вот это да. Ой, куда? Все равно в центр. Чуть-чуть. Как у тебя настроение? Хороший, волнуюсь. Головка прямо. И теперь? Я делаю потрясающее видео, Бьянка Абдурахманов. Вы можете приглашать меня как своего видеографа. Круто. У нас еще один фотограф. Это из-за погоды. Ну и вообще. Ну вообще. Как бы такое мероприятие раз в жизни, так сказать. Да. Скажи, ты сильно любишь Олю? Очень сильно люблю. Да? Да. Смотри, Илюша даже не может от тебя оторвать взгляда. Мы на самом деле вчера очень все переживали из-за погоды, потому что все воскресенье лил какой-то такой мелкий дождик непонятный. И сразу было понятно, что ребята тоже очень переживают. Леша мне звонил, спрашивал, Оля звонила, спрашивал. Забирает торт. Самый крутой кондитер Бавар. Вообще самый потрясающий торт и потрясающий дизайн и очень вкусный. Скажи, пожалуйста, ты ревнуешь, когда есть второй оператор? Я не ревную, но я не люблю, когда мне в кадре лишние люди появляются. Ну этого никто не любит, а вот то, что есть вторая профессиональная камера. Профессиональная камера? Вот да, у тебя, я смотрю, вообще весьма профессиональная камера. Thank you.
Такой интересный номер. Бутики Арега. Где у нас проходит фотосессия до свадьбы. Обратите внимание на потрясающий вид за окном. Мне кажется, у меня классно получается снимать видео. Понятно, что работа свадебного организатора, она не такая легкая и не такая простая. Я приехала на пляж. Да. Палочка, ну как ты себя чувствуешь? Коллега, как никогда просто. Потому что я приехала? Да. Ты рада меня видеть? Я просто безумно рада тебя видеть. Давление в самом разгаре, как это иногда бывает. Накрапывает дождик. Это ровно. Мне кажется, самый ровный ровнячек. Я видео записываю. И шляпа у тебя классная. Я знаю. И сам я весь класс. Привет всем! Это история вашей семьи на карте. Ты помнишь, что ты любимую обещал 7 мая? Куда? На Франкфурт. Париж. Можно? Выполнишь обещание? Да. Смотри, я все снимаю. Выполню, конечно. Сразу увидела? Опа, и сразу улыбка, да? Ну, так. Нет, так сразу. Опа, и на Олега. Пользуясь случаем, хочу, да? А у тебя потрясающее чувство. Как Шариков говорил, хочу, чтобы все. А у тебя вообще потрясающее чувство юмора. Вот как ты слушаешь? Потрясающе, не поверишь. Олегу весело вроде со мной ездить. Свадьбу для друзей, веселую и яркую, с музыкантами и шоу. А это была свадьба для кого? А это для нас было, для нас двоих. Ты получил удовольствие? Очень большое удовольствие. Я даже написал «Самый лучший день в моей жизни», подписал под фотографию.